На конкурс дети читают стихи. Агафонова Милана, 2 В класс. Басня. Крылов. Лебедь, рак и щука. Когда в товарищах согласия нет, малатых дело не пойдет, и выйдет из него не дело, только мука. Однажды лебедь, рак и щука вести с поклажи воздух взяли, и вместе трое все в него встретили. Из кожи лезут вон, а возу все нет и ходу. Поклажа бы для них казалась и легка, да лебедь рвется в облака. Рак пятится назад, а щука тянет воду. Кто виноват из них, а кто прав? Судить не нам, да только воз и ныне там.